Могу сказать, что все избирательные участки в городе открылись вовремя. Работа избирательных комиссий полностью организована. Все карантинные меры также предусмотрены. Комиссии полностью укомплектованы санитайзерами, укомплектованы пирометрами, защитными масками. По работе избирательных комиссий в настоящий момент нет никаких нареканий. Там были мелкие шероховатости, кто-то забыл печать в сейфе. Сейчас они все устранены. То есть по работе избирательных комиссий все у нас нормально. Если мы будем говорить о явке, то пока говорить рано, потому что сейчас, я так понимаю, после 10-11 утра начнется основной подход избирателей. Всех приглашаем на избирательные участки для того, чтобы выразить свое волеизъявление. Если говорить, как голосовал я, вы прекрасно понимаете, я голосовал за будущее нашего города, а не за прошлое. За любовь, за мечту, за родной Днепр. В принципе, доклад закончен. Спасибо. И на встрече после выбора уже на брифинге. В 9 часов вечера. Спасибо.